Всем приветики. Купил себе новый кувшин, тоже от фирмы Granny. Старый отдал маме, потому что у нее, как ни приду воды попить, чувствуется разница, что такая у нее неприятная вода. С фильтра намного вкуснее. Вот. И этот фильтр получше в том плане, что он весь полностью прозрачный. У предыдущего, который такой вот синий, крышка синяя, и вот эта вот чаша, которая фильтрует, тоже синяя. А здесь все белое, и оно как-то, ну, поприятнее смотрится. Тут как-то все гармонично. Белая крышка, белая кассета, а там кассета белая, это синяя, это тоже такое, это, ну, прозрачное, как-то оно не очень. А тут все так красивенько, приятненько. Все такое прозрачное. Ну, в общем, мне белый цвет больше нравится. Ну, плюс он новый, еще не запачканный. Этот у меня был весь в таком налете. Я думал, его уже нельзя тереть. А мама оттерла. Он стал прям, ну, почти что как новый. Ну, вот. Но все равно он уже трохи подизносился. И, кстати, в том фильтре у меня открывалась небольшой такой задержкой. Я думал, может быть, это нормально. Но нет. Получается, там, наверное, где-то какая-то заусенец торчит. И поэтому плохо открывается. Потому что здесь без задержек, здесь как надо открывается. Вот. А вот по поводу того, как новый фильтр ставить, вернее, новую кассету, я так и не понял. Получается, там по инструкции нужно набрать, перед первым его применением, нужно набрать половину кувшина, ну, то есть достать вот эту штучку, набрать половину, вставить верхнюю штучку, ну, естественно, оно от половины выше поднимется, подождать 10 минут, пока промокнет вот эта вот подложка в кассете, потом слить, и первые три кувшина просто так вылить, ну, отфильтровать, вылить. Я вот не понял, первые три кувшина — это, типа, первые три кувшина — это вот весь этот кувшин или три вот эти чаши? И поэтому я на всякий случай фильтрую 4 вот эти чаши, и получается, если 3 чаши надо, то я на одну больше, а если 3 кувшина, то получается 2 чаши, это 1 кувшин, то я, получается, только 2 кувшина выливаю. Ну, один недовыливаю, но не страшно. Получается, изначально нужно, чтобы промокла вот эта штучка, а потом, чтобы пролилось оттуда, если какие-то есть кусочки угля или что-то будет выходить, чтобы оно все вымылось, чтобы это все к тебе в кружку не попадало. Вот. Так что такой вот у меня новый кувшинчик, и, в принципе, приятная с него водичка. Ну и да, перед применением нужно такие функции проводить. И когда, получается, используется эта кассета, то ее, получается, отсюда достаешь, промываешь весь кувшин от налета, потому что налет все-таки собирается. Вода такая грязная, что видно, что налет собирается. А когда промыл, просушил, тогда уже вставляешь кассету и вот эти все действия выполняешь. Вот. Но в целом, хоть даже все это надо делать, все равно я доволен, потому что вода вкуснее. Потому что вот я фильтровал, а мама не фильтровала, я к ней когда приходил, мы вот шли на речку с ней загорать, я когда не купил воду в магазине, а она мне налила с чайника, такая неприятная вода была, я ее даже не пил, вот просто терпел, мучился от жажды. Потому что я один раз сделал глоток, блин, невозможно пить. Она такая какая-то противная. А эту как с магазина, считай, вот. Так что такая вот у меня обновочка. Ну, а на этом все. Всем покедова.